Ну что, друзья, мы приветствуем вас на нашем канале. Я благодарен вам за вашу подписку на наш канал. Спасибо за то, что смотрите нас. Будьте всегда с нами, не переключайтесь. Сегодня рано утром на передачу Андрея Малахова был приглашен известный российский певец Витас. Витас приехал в Москву на свои концерты несколько дней назад. Но сегодня рано утром нам стало известно о том, что съемки шоу Андрея Малахова сорваны и перенесены на другую дату. Что произошло, сам Андрей Малахов пока еще не прокомментировал. Но мы с уверенностью уже можем вам сказать, друзья, о том, что съемки были отменены из-за того, что певец Витас попал в больницу. Всю ночь его мучили сильные головные боли, и рано утром пришлось вызывать скорую. На данный момент многие переживают за его жизнь и здоровье, так как для многих из нас певец Витас является настоящей звездой российской эстрады. Ждем подробностей, друзья, от наших источников. Будем надеяться на то, что с певцом Витасом все будет хорошо. До скорой встреч. Подписывайтесь на наш канал и не переключайтесь.